Завтра в Курской области открываются всероссийские сельские спортивные игры. В течение 4 дней разыграют награды в 18 видах соревнований. На медали претендуют и атлеты из Чувашии. В сборную вошли сильнейшие – победители республиканских летних сельских спортивных игр, которые прошли в конце июня в Урнарах. В Курск защищать честь Чувашии отправляются 39 спортсменов – представители Чебоксарского, Батыревского, Урнарского, Ядринского, Комсомольского, Бресенского и Маргаушского районов. Им предстоит состязаться в легкой атлетике, армрестлинге, баскетболе, волейболе, тяжелой атлетике. Также в программу включены соревнования по традиционным старорусским видам – городошному спорту, перетягиванию каната, мини-лапте. Определят сам самую спортивную семью и лучших дойеров, косарей и механизаторов. В прошлом году было 17 девочек, вышла первая, то, что неожиданно было для меня тоже. В этом году тоже хотим выйти первыми. Традиционные наши сильные виды спорта – это гиревой, полиатлон, легкая атлетика и дойеры, и плюс трактористы. Вот. Ну, надеемся на хорошее выступление и в этом году. В прошлом году Чувашия в своей группе заняла 3-е место, уступив командам Тюменской и Омской областей.